Майнкрафт. Как вы видите, по углу слева я играю в данный момент на бета 1.12.014, не знаю. Сейчас. Я вот дом немножко увеличил. Оказывается, здесь сундуков нет в домах. Ни в одном я не увидел сундука. Это как? Да, мы будем выживать в деревне. В бочке, как обычно, ничего нет. Ну, это ж бочка, чё от неё ждать? Так. Жители тут ходят, бродят. Типа, а где монстры? И что, ещё не придумали, что ли? А, нет, вот там паук. Извините, я просто впервые играю на 12-й версии. Я не знаю, что здесь есть, чего нет. Но скелеты есть, это явно. Скелеты нам не нужны. Так, пошлите искать что-нибудь. Я хочу построить здесь больше домов. Это моя личная деревня. Мне в ней жить очень много. Так. И дома расширить можно. Типа вот этот дом можно сделать побольше. Например. Сейчас. Их. Подсолнух. Кончились блоки камня. Очень плохо. Если бы это была не моя деревня, я бы ее уже разрушил. Так, скелет. Скелеты нам не нужны, к великому счастью. Так, а я в том доме был? Интересно. Так. Кто-то храпит. Так, я был в этом доме. Зомби, это ты храпишь? Я тебя топором сейчас... Не смейте нападать на моих жителей. Ой, у него железный меч. Всё, понял, не быкую. Ну, у тебя нет меча, так что я тебя могу убить. Всё. Спокойно, на изичи завалили. Чуть не померли, но завалили. Мне бы камушка добыть где-нибудь. Вот это... О, я нашел себе хороший дом. А, это и есть мой дом. Ну ладно. Тогда ладно. Я думал, я себе новый дом найду. Так. Так, ладно. Мне надо какую-то оборону построить для этого города, для этой деревни. И дерево хотя бы. Это из дерева. Ну, из чего тут надо? Так, всё, палка. Я тебя палкой буду. Я тебя палкой убью. Понял? Всё, тебе конец. Давай. А вот тебя... Лови кирку. Ты куда? Куда? Вот, с трёх ударов. А где печка? Так, но тут камня нет. Обидно. Так, ладно. Пошлите строить стену. Так. Главное не встретить никаких монстров по дороге. Дерева не хватит у меня. Мне не хватит дерева, кажись. Так, ладно. Ну, хотя бы никто не пролезет. Тык, тык, эть. Эть.
Эх, походу не получилось. Так. Ой. Больно. Итак. Так, так. Через низ могут пройти. Нельзя так делать. Блин. Так, у меня сейчас булки кончатся. Уже кончились. А я не успел сделать даже полобороны. Ай, котик маленький. Выходи. Вот это скорость. Суперскорость, суперскорость, да. Но я голодный, мне нужна еда. Блин. Утопиться плохой вариант. Я тогда все свои вещи покекаю. Да еще и эту деревню я искал очень долго. Короче. Сожру, короче, сырую. Придется. А, у меня же хлеб. У меня же морковка была все это время. Че я не заметил? Сейчас похаваем. Сырой сосось. Я яблоки погрызу. Все, ну. Еще могу восполнить свой голод сырым сососем. Сколько он восстанавливает? О, нормально. Все, я вроде не голодный, могу идти. Пойду грядочки соберу. Все-таки я полноценный житель этой деревни. Так. У меня семена типа не выпадают, да? Житель, не забирай мою еду. Отдай. А что я могу тебя заторговать? О! Типа. А, он за меня посадит. Ну вот и хорошо. А морковь заберу я. Моя морковь. Моя морковь. Не забирай, скотина. Ну отдай, ну, блин, собака. Дай. Вредина. Мне даже поработать не дают. Ладно, поработаю в другом месте. Еще один фермер недокачанный. Ой. Ой. Я, кажется, упал. Помогите. Так. Ой, готово. Ну, почти как готово. Не готово. Вот землю. Все. А, это типа один блок. Ладушки, ладушки. Нам пипец у бабушки. Так, все, отлично. Забираем, 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 пока фермер нас не догнал. Я же сказал, фермер, вредина, дай мою морковь. О, моя морковь. Все, я первый собрал. 33 морковки, нормально. Ты там сажай пока. Не, ну в принципе живется. Я нашел сундук. Вот это удача. Я на 1.12 нашел сундук. Вот это редкость. Книга, так. Так. Во. Это я соберу, пожалуй. Понадобится. Хлеб сделаю. Да и торговаться можно. Так, отлично. Ну, большую часть собрал, потом. Так. Мое. Пакета. Белый. Что делать? Так. Продолжаем делать стенку. А у меня дерева нет. Что у меня есть вообще? В скобочках ничего. У меня даже топора нет. Где тут домик? Где верстак? Вот это. Вот он. Дом с верстаком.
Нету в бочке ничего. Что ты там делал? Интересно. А чё? А, типа, у меня дерева нет. Типа, я рукожоп. Типа, я тупой, походу. Походу, я, типа, тупой. Сейчас, оп. Оп-оп-оп-оп. Идём добывать дерево. Вручную. Так, всё, добыли немножко дерева. Сейчас его перекрафтим. И пойдём. Сюда поставим. Ой, не поставим. О! Вот это я промазал. Вот так вот. Отлично. Что я хотел? А, я хотел скрафтить топор и меч. Все, теперь я полностью защищен. Где мой топор, где мой меч? Так, вот топор. Ой, наоборот. Ну ладно. Да, это мой дом. Не смущайтесь. Короче, ладно, мне лень его сейчас обустраивать. Потом его обустрою. Это будет слишком долго добывать дерево, так что... Так, ну вот, я добыл немножко дерева, сейчас покушу. Давайте его потратим. Так, вот так сделаем. Так, оп-оп-оп-оп. Так, тут один блок забыл поставить. Вот так, отлично. Теперь вот так вот. Оп-оп. Оп, ой. Ну, в общем, у меня пока что получается как-то, не понял, как-то вот так, стенка небольшая. Так, поставься ты. Вот, небольшая стеночка. Ну и далеко. Еще строится очень-очень далеко. А после этой части я еще буду строиться, естественно. Вот. А на протяжении всех частей выживания в этой деревне я буду улучшать ее там, делать всякие банки, всякие эти многоэтажки. И сделаю из этого города. Ой, из этой деревни город. Если вам нравятся ролики такого формата, пишите в комментах. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Да и вообще все ролики, которые я снимаю, надеюсь, вам нравится. Надеюсь. У меня уже кончились блоки, так что... Сейчас еще немножко добудем. Ну, я строю эту оборону, чтобы хотя бы можно было как-то отбиваться. Ну, короче. Когда я закончу это строить... Ну, в следующем ролике, короче, я покажу. Покажу, как должно выглядеть эта стенка. О, палка выпала. Ой, кто-то убил кролика. Явно не я, потому что... Вы видели, я кроликов не трогаю. Я люблю кроликов. Ничего не знаю, я люблю, обожаю кроликов. Не смейте на меня сваливать, не надо. Так, палочка. Еще палочка. А чё я их не подобрал? Вот, подобрал. О, листва потихоньку убирается. Так, это еще одно помещение. Да, с верстаком и бочкой. О, волк. Привет. У меня нет косточек, к сожалению. Кстати, обидно, что у меня нет косточек. Лошади везде ходят. Надо будет вот в ту часть сходить. Так. Ну, пока что деревня не преобразилась. Ну, только разве что вот стенка появилась небольшая. Но через нее перепрыгнуть, кстати, невозможно. В Майнкрафте это невозможно даже через два блока перепрыгнуть. Вот это я, пожалуй, сломаю.
Ну ладно. На этом я закончу этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я заканчиваю. И всем покеда.